Вы слушаете канал Жаш.клаб. Карл Маркс в пяти важных произведениях. Влияние Маркса на политику 20 века не имеет себе равных, однако немногие могут утверждать, что действительно вникали в смысл его трудов. Карл Маркс однажды заявил, что «ни один пророк не может надеяться на успех без бороды». Он описал капитализм как «вампироподобный», а в другом своем труде утверждал, что «в волчьей жажде прибавочного труда» капитализм «переступает не только моральные, но даже чисто физические максимальные границы рабочего дня». Все слышали о Карле Марксе, марксизме и марксистах. Тем не менее, очень немногие люди читали работы Маркса. Основное понимание его ключевых идей можно получить из краткого введения в пять его наиболее важных работ. Теория отчуждения Карла Маркса, Рукописи 1844 года, Экономико-философские Рукописи 1844 года, также известные как Парижские Рукописи или Рукописи 1844 года, представляют собой серию из девяти тетрадей, подготовленных Марксом летом 1844 года, хотя он намеревался их опубликовать, он отвлекся и переключился на другие проекты. Рукописи 1844 года были окончательно отредактированы и опубликованы в 1932 году. Хотя рукописи служат отправной точкой для марксовой критики политической экономии, они фрагментарны и не особенно хорошо связаны. Они состоят из выдержек и цитат политических экономистов, которых он читал в то время. Но они также полны его размышлений и критического анализа. Среди этих существенных идей Марксова концепция отчуждения. Карл Маркс считал, что именно артистизм и творчество делают нас людьми. С другой стороны, капиталистическая форма труда сильно ограничивает и в конечном итоге уничтожает рабочего. Для Маркса система фабрично-заводского труда отчуждает рабочих от их труда и делает их простыми винтиками в машине. Для Маркса отчуждение рабочего от своего труда есть неприложный факт капитализма. Он утверждает, что при капиталистическом способе производства труд является внешним по отношению к рабочему и тем самым отчуждает рабочего от природы, от себя и от других. Люди, по Марксу, являются творческими существами, творческий труд занимает центральное место в их видовом бытии. Маркс утверждает, что при капиталистическом способе производства человек, не утверждает себя, а отрицает себя, чувствует себя недовольным, а несчастным, не развивает свободно свою физическую и умственную энергию, а умерщвляет свое тело и губит свою душу. Отчужденные от своего родового бытия, люди не сводятся до уровня животных, работающих только для производства товара и вынужденных удовлетворять свои физические потребности. Фото, thecollector.com Маркса религии, вклад в критику гигелевской философии права Введение в критику гигелевской философии права, было опубликовано в 1844 году в радикальной парижской газете Карла Маркса и Арнольда Руги, Деудж Франзосиш Джарбуча. Как и, рукописи 1844 года, это короткое эссе предлагает всестороннюю критику буржуазного общества. Критически важно, что это эссе, в котором Маркс изложил свой ныне известный анализ религии. Вступительное эссе Маркса «Ербюхир» было одним из серий его работ, посвященных вопросу религии. Однако, в «Критике гегелевской философии права» есть его самая известная цитата по этому поводу, что «религия есть опиум для народа». Тем не менее, цитирование одной только этой знаменитой фразы означает искажение того, что на самом деле говорил Маркс. Во-первых, в 1843 году опиум был лекарством, утешителем и более утоляющим средством. Это был не уличный наркотик, который сегодня ассоциируется с термином опиат. В этом смысле известная астроумия Маркса признавала социальную функцию опиума, а значит и религию как законное социальное явление. Прежде чем Маркс написал, что религия – это «опиум для народа», он утверждал, что «религия – это вздох угнетенного существа, сердце бессердечного мира и душа бездушных состояний». Таким образом, он не отвергал религию сходу. Он также не говорил, что религиозные люди сродни сумасшедшим. Он говорил, что для того, чтобы понять религию, нужно понять социальные условия, породившие ее. Карл Маркс считал, что не Бог создал человека, а человек создал Бога. Поэтому его критика религии была критикой мира и его социальных проблем. Для Маркса ближайшей задачей истории было соединить призывы к религиозной эмансипации и политической эмансипации в движение, имеющее целью человеческую эмансипацию. Магнум опус Маркса ⁇ Капитал Томай. Продолжение читайте на сайте жаш.клуб.